Я всегда думал, что в Индии 4 касты. Сейчас, может быть, спутаю немного названия, но, как я помню, брахманы, кшатри, вайшны и шудры. Брахманы – это каста мудрецов, те, кто являются хранителями духа. Дальше, значит, воины, купцы и шудры – это простые ремесленники, работящие люди. Как выяснилось сегодня в разговоре с местным жителем, есть еще и так называемая пятая каста, ну или внекастовые люди, которые называются неприкасаемые. Откуда возник разговор? Разговор возник о том, что есть ли... Я увидел, как индусы стирают белье, и спросил, а есть ли у них стиральные машинки. Мне сказали, что у них есть здесь прачечные, и в этих прачечных работают вот эти самые неприкасаемые, к которым нельзя прикасаться. Но, однако, эти люди стирают то белье, которое потом люди других каст будут одевать на себя. Является ли прикосновением неприкасаемого через одежду касанием? Вот это я пытался выяснить этот вопрос, чем озадачил местных жителей. И они, в общем, ушли от ответа просто в улыбку. Так я ответа и не получил. Является ли касание к одежде неприкасаемого, неприкасаемым касанием. И я продолжаю двигаться по Индии. Удачи всем!